Добрый день, подписчики и зрители моего канала. Сегодня 21 августа, 21 год. Вышел сегодня, подготовил себе новое место. Завтра пойду сюда, половлю птиц. Сейчас покажу, что я сделал. Вот паутина здесь у меня старая, 11-метровая. Не помню уже, откуда она. На, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, на 9 карманов. Вот сделал такое место. Репейника тут подготовил. Тут, если щеглы будут, здесь они хорошо будут ловиться. Лободняка воткнул. Чирика буду включать здесь. Щегла возьму, клесто буду тут ловить. У меня раньше было здесь место неподалеку. Но сеть, правда, побольше была. Пятнашка. Вот это все я сделал сам своими руками сегодня. Ну, сейчас включу что-нибудь. Чижика, не знаю, может, ремеза. Завтра здесь буду все пробовать включать. Вот такое вот место я сделал, недалеко от реки. Вот присада тут, солнце, правда, мешает. Ну вот, как-то так, сегодня пойду попробую сюда половить птичек. Возьму клеста, щегла. Ну и буду пробовать ловить. На новом месте. У нас жарко сейчас, где-то 3-4 градуса. Ну, сейчас включу телефон, попробую, может, попадется что-нибудь. Ну, хотя времени уже час. Но я азартный человек, посижу, подожду. Такое у меня место. Вот, вот эту присаду всю я сделал сам сейчас. Тут было голое поле. Была одна трава. Ну все, пойду включу что-нибудь и посижу маленько, с часик может. Попадется что-то, так включусь. Нет, так нет. Времени уже 4 часа. Птиц вообще никаких нету. Жара 35 градусов стоит. Сейчас, наверное, буду собираться. Включал зяблика, и чижика, и крошку. Вообще ничего не слышал. Зяблики летали, включил, и они пропали. Ну, завтра с утра выйду сюда, постою тут пару часиков, посмотрим, будет тут птица или нет. Место новое, все равно надо обновить. Ладно, до завтра.